найспортивнішому вищі країни – Одеській юракадемії відбулося відкриття оновленого спортивного залу для заняття фізичною культурою і спортом – клубу «Мангуст». Ще з 2014 року вихованці клубу «Мангуст» та інші спортсмени, бажаючи удосконалити свої навички та майстерність, проводять тренування та займаються в стінах Національного університету «Одеська юридична академія». Відвідав урочисте відкриття залу президент вишу, лідер Української морської партії Сергій Ківалов. Мы вместе с спортивным клубом «Мангуст», с общественной организацией «Мангуст» работаем для того, чтобы привлечь детей, привлечь студентов, привлечь молодежь, чтобы они приходили сюда и занимались спортом. Вот это одно из самых таких первых зданий, которое у нас появилось еще 23 года назад. Если сарай был, и с сараем сделали вот такой спортивный зал. Это действительно так. Мы убрали здесь потолок, укрепили стены. Ну вот есть, а сегодня уже нужно было его полностью ремонтировать. И «Мангуст», спортивная организация, спортивный клуб «Мангуст», они на свои средства, на вступительные взносы капитально отремонтировали это здание. Спасибо Магомеду, Руслану, Татьяне за то, что действительно спорт в нашем городе жил, будет жить именно благодаря таким меценатам, которые развивают спорт. Не просто говорят об этом, а развивают. И я хочу напомнить, что это не единственный клуб в Национальном университете. У нас более 15 клубов и спортивных площадок, как уже сказал Магомед Магдиев, единственные площадки, где проводятся соревнования. Вот там недавно мы открывали Кубок области, проводили чемпионат Украины по пляжной борьбе. Это все здесь, на наших площадках. Спасибо вам большое, спасибо всем, кто приходит, занимается. И спасибо большое нашим тренерам. Они действительно лучшие из лучших. Керівництвом спортивного клубу «Мангуст», а також Всеукраїнською федерацією пляжної боротьби України було прийнято рішення про реконструкцію спортивного залу. Адже дуже важливо надавати нашим спортсменам необхідні умови для занять спортом та фізичною культурою. Спорт повинен бути масовим та доступним для всіх бажаючих, вважає заслужений діяч фізичної культури і спорту Магомед Магдіїв. Ми сьогодні відкриваємо обновлений зал, спортивний зал Одеської національної юридичної академії, который арендуется общественной организацией «Мангуст» и Всеукраинской федерацией пляжной борьбы. Мы очень плотно сотрудничаем с Одесской национальной юридической академией с 2014 года. Спорт должен быть массовым. Здоровая молодежь – это здоровая нация. Здоровые дети – это здоровая нация. Чем больше будет спортзалов, тем меньше будет больниц, диспансеров, тем более работоспособными будет наша молодежь и наши граждане. Поэтому основным девизом общественной организации «Мангуст» является спорт для всех, спорт некоммерческий, спорт массовый. Урочистий захід був організований Всеукраїнською федерацією пляжної боротьби України за підтримки президента федерації Магомеда Магдіїва. Лідера Української морської партії та президента Національного університету Одеська юридична академія Сергія Ківалова, а також директора громадської організації «Мангуст» Тетяни Акуленко. Я, знаете, приятно удивлен, что у нас есть такие партнеры, как «Мангуст» и вот Акуленко Татьяна. Она директор общественной организации. И вы знаете, она неравнодушна. Она выпускница Национального университета юридической академии, отвечает у нас, в нашей политической силе, за развитие спорта, за развитие массового спорта. У зв'язку з ситуацією, що склалась у світі, дуже важливо підтримувати своє здоров'я, тому що наше майбутнє напряму залежить від образу нашого життя. Недарма кажуть, в здоровому тілі – здоровий дух, вважає директор громадської організації «Мангуст» Тетяна Акуленко. Я считаю, что спортсмены – это первые лица страны. Это люди, которые гордо и достойно всегда представляют наше государство на международной арене. Вот все люди за границей говорят об Украине по ее величайшим спортсменам. Хотелось бы отметить, что зал обновленный. И я надеюсь, что в скором времени спортсмены, именно выходцы с этого зала, в дальнейшем представят себя на международной арене, на чемпионатах Европы, чемпионатах мира и будут на настоящими чемпионами, которые будут с гордостью нести это звание чемпиона Украины. Самая сильная инфраструктура спортивная именно благодаря построена нашему лидеру Украинской морской партии Сергею Васильевичу Ківалову. И замечательно, что в нашем городе существуют вот такие спортивные комплексы, спортивные залы, которые помогают делать нашу молодежь более здоровой и спортивной.
Реконструкція і оновлення спортивного залу відбулося за ініціативу президента підрозділу Всеукраїнської федерації пляжної боротьби України в Одеській області Руслана Умарова. Він зазначає, що даний вид спорту потрібно підтримувати та удосконалювати умови для заняття. Адже з давніх давен борці були самими сильними представниками бойових видів спорту. Ми це робимо для масового заняття, щоб молодь росла, тренувалась, щоб здорова молодь була. В здоровому тілі – здоровий дух. А борці – це найкріпкі духом люди. Боротьба, ну, я вважаю, це одна з найсильніших видів спорту. І з боротьби, мабуть, вольна я. Ну, вона пляжна, немножко там правила, але це та ж сама вольна. Ну, это самая сильная борьба против, как говорят, против лома нет приема. Борца надо бояться со всех сторон. Метою соціального проєкту з реконструкції спортивного залу клубу «Мангуст» є забезпечення безкоштовного відвідування секції з єдиноборства для всіх бажаючих. Тому що фізичний розвиток та професіоналізм в бою молодого покоління напряму залежить від умов, створених для тренувань, вважають тренери спортивного клубу «Мангуст», які вже давно є чемпіонами Європи та світу. Клуб «Мангуст» розвиває дуже активно спорт. Для детей это очень полезно. На сегодняшний день дети, если не будут заниматься спортом, то какое будущее без спорта, какой здоровый образ жизни. Спасибо клубу «Мангусту». Я сам занимаюсь клубом «Мангуст» в этом зале, то, что открылся сегодня. Очень красивый зал после ремонта. Спасибо за те условия, которые руководство нашего клуба «Мангуст» для нас создало, создает, заботится о нас. Огромное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову, благодаря тому, что он предоставил нам такие возможности работать в таких условиях. Огромное-огромное спасибо. Для чего нужно заниматься спортом? В первую очередь это здоровье, это вид спорта для мужчин, тут развивается такой мужской характер, дисциплина. Я в клубе «Мангуст» уже больше 2 лет. Клуб вот, с каждым годом я удивлен, очень сильно развивается. Здесь в нашем клубе добавились очень много видов спорта, как пляжная борьба, вольная, грэпплинг, бои без правил. И развивается с каждым годом все больше и больше. В захваті від оновленого спортивного залу клубу «Мангуст» на базі Національного університету Одеська юридична академія залишились як професійні спортсмени, так і діти, які тільки починають проявляти свої можливості і у майбутньому вже бачать себе чемпіонами світу. Мені дуже подобається займатися вольною боротьбою. Хочу стати сильним і здоровим мальчиком. Я займаюся в клубі «Мангуст». Українська морська партія Сергія Ківалова й надалі буде робити великий внесок у розвиток спорту і популяризацію здорового способу життя у всьому Одеському регіоні та Україні загалом. Адже здорова нація починається з гарного фізичного самопочуття громадян.